штраф физического лица от 10 до 30 тысяч. Участие в что ты передал? Понятно? Даже рядом стоял. Даже рядом стоял. А если она такой идти собрался? Что? И она такой идти собрался. Ну, значит, ты уже в курсе. Штраф высокий. То есть... Должностные лица штраф от 50 тысяч, а юридические лица штраф от 50 до 100 тысяч. Или до 40 часов работы. Я же все равно пойду. Иди, иди. То есть, как у нас в прошлом году студенты с битами походили по черепушкам? А, вот, тоже. Тоже вариант хороший. То, согласно этому закону федеральному, 54 ФСФ, то старший штраф уже рассматривается, как они использовали. То есть, это как холодное оружие. Мало того, что это вот обычно они собрались, там человек 50 был, это мужчина Организатор уголовное дело. В общем, не административное, а административное, друзья. А здесь уголовное. Чем они, вот ваше шутка, чем может отразиться? Когда вы заходите куда-то пойти работать, вот это уголовное, то есть будет, да, что вы привлекались и может сыграть свою шутку при принятии на работу, куда вы хотели, на достойное рабочее место. Или служащее какое-то. И зачастую после армии остается контрактником. Извините, уже здесь будут рассматриваться, да, вопрос? Так, чтобы не идет в эту группу, там будет в Абакане или в Синегорске? А? Это будет в Абакане или в Синегорске? Кто? Какие-то группы у меня? В Абакане. Смотрят на характеристику психологическую, на состав семьи, на родственников, где они работают.